Ребятки, вот проезжали и нашли такое место. Тон, залив, пристань. С пристани поднимайте сторону, как Зорька. И вот называется такое место. Мейман Ордо. В общем, такая зона отдыха здесь. Как я понимаю, юрты и коттедж. Очень интересное место, спокойненькое, уютное, все просто, без излишеств, тихо, чисто, релакс. Отдохнуть от всего мира, от суеты. Мейман Ордо. Интересное место. Кто будет мимо, проезжать транзитом или как, день-два можно железно, однозначно, спокойно для души, спокойненько для души отдохнуть. Сейчас зайдем, посмотрим все, что узнаем, все расскажем, покажем. И сколько стоит юрта? С человека 1600. 1600, да. Плюс завтрак. А, и завтрак. И с завтраком. Да, с завтраком 1600. Угу. Красивая территория. Угу. Это все одинаково там, да? Это столовая, да? О, это Чингис Айтматов. Угу. Чайник, вода. Ох, красиво. Да, вот, смотри, шанрак. Да. Угу. Круто, да, дочь? А мы видели, да. Мы там можно приехать, но именно ваша зона заинтересовалась. А здесь камень? Тоже камни, да? Камень. А гладкие, камни. Круглые камни, да? Ну, да, такие, да? Скользкие. Угу. У вас тоже выложено, да, как вот у них вот так выложено, типа, чтобы песочек пройти. Это место Тон называется. Около Зорьки. Да, вот такая лейка. Орел. Да, ну, пошли, пройдемся. Теплоход есть у вас? Тогда. Да. На морскую прогулку, да? А по времени сколько длится? Час 7000. Час? 7000. А, маленький получается теплоход. Это целый теплоход. Компанию надо набрать, да? А сколько у вас вот примерно людей? Вот тихо, что-то еще народу нет? Или все спрятались? Или купаются еще? Мало, да? Мало, да. Может, до пляжа дойдем, посмотрим, да? Да, пойдем посмотрим. Это вот не фишемебельные эти пятизвездочные, а национальные, колоритные. Это юрта, вот все у нас со сводом, с шанраком. И, ну вот, быт, вот, короче, да. Да. Душевые, да. Душевая. Ну, большая, хорошая, такая. Интересно, вода теплая, горяченькая? Я думаю, да. Ну, не знаю. Вот это холодный, вот это потеплее. Наверное, теплая, горячая. Я скажу, что это хорошо. Здесь вот эти вещи вешают, я так поняла, сушат.
Да. Ну, то есть душевой достаточно, чтобы так прийти без очереди, ну, сразу, да. Раз. Там ничего не ждать, не зависит ни от кого. Помылся. 1600 с завтраком. Отдельно ужин. Ну, в общем. Вы там можно есть? Да. Это сушилка, да. Какая красота. Угу. Да, клумбочки такой сделаны. Ой, какие розы. Да. Но они не включали поливалку. У них, наверное, тут поливалка насосная. Поэтому. Ну, да. Тут, видишь, центральный же нет водопровода. Да. Да, тут заход в озеро такой, с камней, да. Угу. А тут везде такая сторона с камнями камнистая. Угу. Вот бассейн. Радоновый бассейн или нет? Ну, судя по вот налету на камнях, похоже, да. Как радоновый. Может быть, они включают? Да, вон, видишь, соленый радоновый. Смотри. Ну, он такой 1.5 метра, угу. Да? Больше надо уделать. Это так фурнишишки. Да, смотри, какие широкие, большие. И какие иголки. Иголки. У елки, а тут голубые. Тихо, да. Она имеет. Кусаются? Цвет такой насыщенный. Они как, смотри, вот как искусственные. Да, вот насыщенные, блестят, смотри. Году. Ни пыли, ни грязи нету на них. Вот прям чистый-чистый. Красивые вот эти. Откуда они растут? Ветки очень красивые. Как будто вот только их только что с завода сделали, да? Да. И вот тут вся зелень такая вот чистая, без пыли. А это что, подсохло? Вот абрикосы посажены. Вон, смотри, абрикосики. Вон, дочь, смотри, веточка абрикосов. А это подсохло что-то, выгорело. Мама, смотри, чуть купала. Да, возьми. Боже, ты сфоткать меня называла. Пожалуйста. Да, настольные игры. Шпат, уна. Это карты, что ли? Карты. Честное пиво. Паранойя. Пиво не пивонерское. Молодцы. Да, мини-барчик, соки, лимонады, кофе, кофемашина. Ну, это, наверное, пивной, да? Или лимонадный аппарат. Пуфики. Возлежать, да? Ну, я думаю, можно загорать тоже. Угу. Вот, смотри, все природное. Вот, все. Природная подсыпка. Вот, стол, стульчик, все. Минимум этих всех нововведений каменно-бетонных. Вот, природный камень. Аллейку сделали. Вот, абрикосы. Молодые саженцы посаженные. Да. Прикольненько. Смотри, разные виды, да? Да. Хочешь за столиком, хочешь на пуфике, хочешь... Да, креативно, да. И смотри, какой вид на море. Просто сказка. Наверное, они будут... Это они вот расчистили, видишь, куча? Да. Они верхнюю с этот макушку сняли, каменистую, чтобы был песок. Потому что тут везде почва каменистая с камнями. Ну вот у них, видишь, уже эти камыши, кусты выросли.
Здорово. Класс. Конечно. Офигенно. Давай, дочь, раскачку. У меня такая моська. Ну-ка, дай-ка эту моську. Да-да. Ну-ка, где моська? Ага, вот она моська. Да, побалдеть так. Классно, здорово. Большая качеля. Да, классно. Беседка. И вот такой вот для костра. Присел на камни, развел костер вечером. Вот так. И сидишь, смотришь на вот эту красоту. Да. А звезды, знаешь, здесь какие ночью красивые? И они здесь близко. Прям вот так, как будто можно вот рукой взять. Здорово. Вон теплоходик стоит. 7000 сомов в час стоит. 15 человек. Да, это вот заход на пляж, на этот, этой зоны отдыха. Да. Самодельный. Это, знаешь, с чего? Это с этих, с поддонов. Европоддоны, да. Да. Ну, креативно, да. Конечно, да. А вид какой? К примеру, у нас на Капчагае до такого еще не дотяпали. 5000-то взять они дотяпали за вход, где ничего нету. Это вот водяная качель. Вон там качаться в воде надо. Да. Ну, слушай, тут мелкие камни. Они почистили это все. Вот они выкинули большие камни туда. Ну, конечно, по вот этим-то камням удобнее заходить. Малыш, а чё? Люди на Черном море, на вот этом вот и всю жизнь, спокон веков, и купаются, и ничего. А здесь мы выпендриваемся, нам надо песочек, галечку вот такую вот, меленькую. Вот люди здесь, Черное море, вот в Турции то же самое. А вода чистейшая, кристальная. А почему кристальная? Потому что камни. Нету ни песка, ни глины. И смотри, отсюда вид какой. Вот именно вот отсюда уже вид открылся. Вид, конечно. Здорово. Да, там красиво было. Да, вот здесь САП. Да. Запустил. Да. И плавай, плыви. Вот там вот так вот. Да. Вот так вот там. Да, отлично, здорово. И здесь, ребятки, еще вот такая вот качель есть в воде. Да, чтобы возрадоваться для влюбленных, да. Поцелуйчик на воде. Раскачаться. Не просто ты качаешься. Сидишь, качаешься, гром гремит, смотри. Угу. Классно. Вот контраст, да? Да. Вот там солнце. Радуга, радуга. Вот там солнце. Радуга. Вон, смотри, радуга. Вот там дождь, гроза. Где радуга, не вижу. Вон. А, да, вон. Да. Красиво, да, да, радуга. Я еще только сегодня сказала, почему мы ни разу не увидели радугу. Угу. Какая красота. Коротенькая, да. Нет. Ну там вот дождь идет, вот, и вот коротенькая радуга, потому что лучи солнца вот пробивают. Да, здорово. Из-за того, что вот здесь такие волны, кажется, как будто эта качеля падает. Падает. Ну она там вон на бетоне залита, железно-бетонно. Угу. Здорово. Да, вот у них есть вот этот пароходик. Кылым. И вот смотри, они, видишь, себе сделали вот такой вот
как это, бухточка, да? Бухта у нас называется. Бухту сделали. Вот такие вот. Угу. Пришвартовывает они сюда. Но все равно деньги немалые тут вложены. Вот одну только бухту эту отсыпать. Да, это искусственно они вот сюда отсыпали. Красиво все равно. Да. Молодцы. Угу. Сейчас ты солнце прям как светит, да? Смотри, какой блеший солнце. Да. Какая красота. Здорово. Ой, мам, вообще тут рай. Вообще сказочный рай, реально рай. Тихий рай. Тихий океан с раем. И да, ребята, помимо юрт здесь присутствуют еще коттеджи. Коттедж, где также сдаются номера на современный лад. Кому интересно, могут проживать в таких апартаментах. 2200 у них сейчас цена. Разгар сезона. Урюк, пока идешь на пляж, можно объесться просто урюка и абрикоса. Вот по этой стороне и по той стороне целая плантация абрикосов и урюка. Вот такая вот еще качелька. Да, для девчонок. Для девчонок. И для маленьких деточек. Угу. Ой, как там красиво. Как называется? Так, вот, ребята, контакты этого места. Пожалуйста, застопьте, сканируйте. WhatsApp контактный. Мейман Ордо. Угу.